сегодня подготовлен меморандум о программе сотрудничества. Здесь есть важные пункты, и, конечно, в первую очередь это сотрудничество в области влияния гражданского общества, общественных институтов на политику наших стран, обмен опытом в этой части, сотрудничество в части помощи обучению русскому языку, вьетнамскому языку. Я думаю, что этот документ поможет нам в регулярном режиме вот наше сотрудничество осуществлять. Это будет важным шагом на пути сотрудничества России и Вьетнама. Мы рады осуществить взаимный обмен мнением, опытом, практиками по общественному контролю. Ведь это наша основная задача двух фронтов, вьетнамского и российского. Общественный контроль. У вас он называется в уставе «надзор и социальная критика». У нас он называется общественным контролем, и проще мы это сейчас между нами называем «народный контроль». Очень важно, что при принятии государственных решений учитывать потребности и мнение граждан и не навредить социальному благополучию, качеству жизни граждан.